1 апреля 1902 года. Милая моя Татуша, в настоящую минуту сижу на станции Чудово, куда попал из Новгорода и где вот уже четвертый час дожидаюсь скорого поезда. Еще один час терпеть, и я в вагоне, наконец. В этот час хочу вам написать несколько строчек. Не думайте, что я выбрал вас своим собеседником только из-за тоски. Совсем нет. Я чувствую и имею необходимость вам написать. Свой последний приезд я вас обидел, наверное, тем, что не заехал к вам, и вот об этой обиде я хочу поговорить с вами и попросить у вас прощения. Не приехать к вам было мое заранее обдуманное намерение, несмотря на то, что я вас очень хотел видеть и очень вас люблю. Честное слово. Но моя новая будущая родня поставила меня в тиски, настаивая на том, что если я буду у вас, то я должен быть у всех, включая сюда из печинских, которых я мало уважаю и у которых вряд ли когда буду. Впрочем, не говоря уже о моем уважении к тому или другому дому, я презираю визиты вообще, а визиты в качестве жениха в частности. Я находил вышеприведенное мной мнение новой своей родни неправильным и указывал им на то, хотя бы, что я вас очень люблю, а с печинских, например, совсем не люблю, что вы и ваши родители ко мне всегда хорошо относились и сделали мне массу добра, а с печинские, например, мне ни черта не сделали, если не считать того, что ругали меня на всех перекрестках. Я приводил много еще доказательств в этом роде, но в конце концов, как и всегда, оказался тряпкой и к вам не приехал. Простите меня. И начните, в свою очередь, ругать мою, Женину, родню, потому что не меня же ругать, а кроме их больше некого. Тем более, что выругать кого-нибудь за этот поступок нужно. Вот я вам и даю адрес, по которому вам нужно направиться. Попросите за меня извинения и у ваших мамы и папы. Я боюсь, что и они на меня рассердились. Вы-то, наверное. Заключаю это потому, что вы не были вчера на концерте, когда я играл свою сонату. Хотя, может быть, вы не пришли потому, что я не прислал вам билета. Но, ей-богу же, я об этом думал, и если не послал вам его, то только потому, что позабыл номер вашего дома. Вот и сейчас принужден вести это письмо в Москву, чтобы справиться в своей адресной книжке, какой это номер. Наконец, извините меня за карандаш и за бумагу. Другой в Чудове не нашлось, на которой обыкновенно пишутся протоколы. В данном случае она послужила для моей защитительной речи. Я надеюсь, что теперь вы не сердитесь на меня и все уже мне простили. Так и должно быть, иначе я на вас способен сам рассердиться. В конце этого месяца я имею неосторожность жениться. Жду от вас непременно какого-нибудь подарка, получше и подороже, какой подобает вам мне подарить. Вас лично не жду. Ради Бога, умоляю вас, не приезжайте. Чем меньше будет народу, тем лучше. Это я вам серьезно говорю. Что же касается подарка, какого там надумаете, то его можно, пожалуй, прислать и к самому дню свадьбы. Я ужасно устал, Татуша. Ни от дороги сегодняшней, ни от письма, а от всей зимы. И не знаю, когда мне можно будет отдохнуть. По приезде в Москву нужно несколько дней повозиться с попами, а там сейчас же уехать в деревню, что ли, чтобы до свадьбы написать по крайней мере 12 романсов, чтобы было на что попам заплатить и за границу уехать. А отдых и тогда не придет, потому что и летом я должен, не покладая рук, писать, писать и писать, чтобы не прогореть. А я, как вам и сказал уже, и сейчас ужасно устал, и намучился, и ослаб. Не знаю уж, что дальше будет. Прощайте, Татуша. Итак, резюме моего письма. Простите мне и пришлите мне подарок. И пожалейте меня. Ваш С. Рахманинов.